Так, в общем, закончил эту форму. Комета. Значит, тут у нас соточка 80, 70, 60, 50, 40, 40 грамм. Значит, вот такие штуки с проволочками торчащими. Как-нибудь приваривается ли сетка, еще что-то. Ну, в общем, заказчик мне дал задание из этого вот такие кометы. А вот что он будет там приваривать, это уже его личное дело. Я не вникал. В общем, как-то вот так. Качество будет хорошее, оно уже хорошее качество. Потому что более-менее груз гладкий. Пролито было на холодную форму. И да, есть раковина, но это первая проливка. Прогрейте форму, закоптите ее. Будет хорошее качество. Все, до следующего видео. Ну, это форма под груз. Назову его кометой, потому что я не знаю, как его пока назвать. Другие кометы. Там усики будут проволочные торчать из нее. Будет привариваться сетка на два усика. Форма. Ну, то есть каждого всего лишь двух усиков будет выходить отсюда. Такое изделие. Это от 40 до 100 грамм. Идет нарезка вот этих усиков и еще гамаш будет прописываться. Пока первая половинка, черновая обработка. Ну, черновая, уже чистовая. И черновая обработка усиков и шрифта. Ну, тут уже пазики протезировались под проволочку. Сейчас осталось последний элемент, это у нас синий цифр. Я приступаю к фрезеровке второй половинки в этой комете. Ну и, соответственно, тестовые проливки будут, когда будет все готово. Все, на следующее видео. Вот такая комета получилась. Сейчас будет тестовые отливки, я буду делать. Так визуально, все так красивенько. Что если закоптить, то будут более гладкие. Ну, форму если закрутить. Так. Очень неплохо. Ну все, сейчас будет тест отливки. Посмотрим, что получилось.